Сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета принято решение о назначении управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета заказчиком по разработке проектной документации и выполнению работ с укрепления участка склона в районе пляжа Дельфин, расположенного между траверсами 15-16 первой очереди противополоснических сооружений в городе Одессе. В процессе мониторинга территории был установлен факт незадовольного участка подпорной стенки и склона, в результате чего было принято решение о необходимости выполнения работ по укреплению этого участка склона. В этой связи управлением было рассмотрено письмо арендатора участка пляжа общества с ограниченной ответственностью «Укртрансгрупп 2005» о необходимости выполнения работ, связанных с укреплением этого участка склона. В этой связи принято решение подготовить этот проект решения и вынести его на рассмотрение. Проектным решением предусматривается разработка проектной документации по укреплению склона, которая включает в себя устройство шпунтового ряда свай в количестве 7 штук вдоль подпорной стенки на протяжении 32 метров. Данные работы будут выполняться за счет небюджетных средств.